«Мой Дагестан» на портале. Теперь вся информация о ходе реализации проектов будет на специальном сайте и доступна для пользователей сети. Презентация инициативы Минкомсвязи прошла в историческом парке «Россия. Моя история». На мероприятии присутствовал и глава региона Владимир Васильев. Все подробности в материале Зумруд Гамидовой. Около 2 миллиардов рублей на обеспечение людей качественной питьевой водой. Проект «Мой Дагестан. Моя вода» позволит полностью изменить вопрос с водой в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Приятно, что у нас в этом году в 3 раза выросли объемы финансирования строительных объектов. В 3 раза из федерального бюджета. Сколько больше? И в 3 раза больше построим из регионального бюджета. Это радость, да? В 3 раза. А все это стало возможно, потому что новые люди, которые пришли и проявили новый подход, стали экономить и получать больше налоговых и налоговых поступлений. Второй проект касается дорог. В его рамках 770 миллионов рублей будет выделено на ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц. К слову, в истории Дагестана такое происходит впервые. Предстоит ремонт около 180 дорог, что составляет 1 миллион квадратных метров дорожного полотна. Теперь вся информация о реализации стратегических инвестиционных проектов «Мой Дагестан» размещена на специальном портале, презентовал сайт профильный министр Сергей Снегирев. Ход реализации всех 3 проектов, которые связаны со всеми муниципалитетами. Мероприятие проходило в историческом парке «Россия. Моя история». С момента открытия его посетили более 500 тысяч человек. Об этом на представлении нового руководителя музея сообщил глава региона Владимир Васильев. Новым директором культурного комплекса стал один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Тимур Велиханов. Мы его поздравляем с назначением и надеемся, что под его руководством деятельность музейного комплекса продолжится и будет более насыщенной, интересной, подбирающей как можно больше гостей и распространяющей лучшие знания, практики как можно более широкому кругу жителей нашей республики, да и гостей, которые тоже с интересом посещают парк. Исторический парк «Россия. Моя история» становится знаковым местом в культурной и политической жизни республики. Владимир Васильев выразил уверенность, что при новом руководителе музейный комплекс продолжит свое развитие. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.